Новостройку по улице Беляева посетили незваные гости. После их ухода сразу несколько жильцов этого дома обратилось с заявлениями в полицию. С подъезда дома пропало имущество жильцов, велосипеды, коляски. Также от управляющей компании в дальнейшем поступило заявление о том, что пропали пожарные шланги с пожарной системой безопасности. Визит незнакомцев зафиксировали камеры видеонаблюдения. Два молодых человека подходят к входной двери подъезда. Они могли комендантам либо вахтерам по домофону представляться знакомыми чьими-то, то есть то, что почту какую-то принесли, то есть различные методы могли использовать. Подобным образом за сутки им удалось проникнуть в новостройку трижды, и каждый раз молодые люди выходили из дома не с пустыми руками. Они появились здесь вновь спустя несколько дней. Комендант вызвала полицию. Из дома визитеры вышли уже в сопровождении стражи порядка. Задержанными оказались ранее судимые неработающие пермяки. Один из них обвинил в кражах самих потерпевших. Люди безалаберно к вещам относятся, к дорогим. Вы решили их научить? Конечно. Теперь знать будут пристегивать. В ходе обысков на квартирах задержанных оперативники обнаружили часть похищенного имущества. Уголовное дело возбуждено по статье кража. Сыщики уверены, молодые люди причастны к другим аналогичным преступлениям.